А какая лошадка в этой... Это прежде всего соревнования на скорость и выносливость, говорят в судейском корпусе. Разные классы и дистанции турнира позволяют участникам и свои таланты в полной мере проявить, и здоровье лошади сохранить. Здесь мы проводим от 30 километров, это минимальная дистанция для молодых лошадей и неопытных всадников, 40 километров и самая большая у нас сегодня 80 километров. А к вопросам безопасности здесь особое внимание. Перед стартом гонки каждый наездник ведет своего напарника на ветеринарный контроль. Опытным мастерам хватает 5 минут, чтобы по походке и повадкам лошади определить, готова ли она физически к турниру или нет. Именно по этой причине несколько участников комиссия все же забраковала, чтобы не рисковать. Чтобы лошадь не хромала, чтобы были основные показатели. То есть нормально работал желудок, нормально било сердце, определенное количество пульсов. То есть это 56 на маленькие дистанции, на большие 64. Чтобы не было никаких аритмий с движением, чтобы, опять же, так я говорю, то есть как бы есть тонус мышцы, который может лошадь крепатурить после прохождения дистанции. Если же она все проходит в норме, то есть ее ветеринары допускают для прохождения маршрута. Бороться за победу могли все, от мала до велика. Главное, чтобы уровень мастерства соответствовал амбициям. У 14-летнего Василия Клюкова из Симферополя с последним проблем нет. А вот хватит ли умения, он решил проверить на этом чемпионате Крыма. Боевого коня по кличке Цыган ему подобрали по всем канонам. Учитывая, что наездник в седле всего лишь год, его напарник куда опытнее. Цыган соревнуется уже больше 6 лет. Этот турнир, он для тебя какой? Первый, не первый будет? Вот расскажи. Он для меня будет первый, когда я поеду на 40 километров. Я, получается, уже 2 двадцатки ехал, и поэтому сейчас поеду на 40. Сама система соревнований предполагает так называемые технические перерывы. Так, например, после первого этапа дистанции у лошади и ее наездника своеобразный пит-стоп, водопой, проверка пульса у животного, ветконтроль и снова в путь. В таком режиме Василий Клюков из клуба «Снегирь» на пару с Цыганом в итоге стал первым в категории детей от 12 до 14 лет. А в разряде юношей и юниоров в возрасте от 14 до 21 года не было равных Сергею Ковалевскому, наконец, характерной кличкой «Флагман». Почетное второе место заняла Алла Луценко. Она на своем «Султане» представляла команду «Грушевое озеро» и опередила в общем зачете Анну Александрову из конного клуба «Казачий стан». Победители и призеры данных соревнований теперь на особом счету у специалистов. Ведь формальное право на участие в общероссийских турнирах, удачным выступлением на чемпионате и первенстве республики они уже получили. Валерий Назирян, Олег Бойко, Вячеслав Беднягин. Время новостей, Симферопольский район.